Всем привет! Вы на канале Мак Каллистер. Недавний выпуск шоу Галкина «Музыкалити» обернулся противостоянием артисток разных поколений. Лариса Долина жестко отчитала Валю Карнавал за посредственные вокальные данные, а блогер заявила, что имеет право петь, как хочет. Мнение общественности разделилось. Одни поддерживают артистку старой закалки, другие – звезду ТикТок. В отместку за унижение 19-летней Вали Карнавал опубликовала в сторис архивную запись речи Ларисы Долиной. Тогда еще молодую певицу спросили, что ей мешало добиться успеха в более юном возрасте. Мешали кто и что. Во-первых, во время застоя, к сожалению, те люди, которые решали наши судьбы, были по меньшей мере не то, что не сведущие в том, что мы делаем. Они нас не уважали. Были, в общем-то, людьми пожилыми, которые не хотели понимать, что нужно современной молодежи и как хочет себя выразить музыкант, отвечала Долина. А вот в выпуске «Музыкалити», уже сама являясь представителем старой гвардии, Лариса Александровна отчитала молоденькую блогершу за незнание таких артистов, как Александр Панайотов и Стиви Уандер. Народная артистка также возмутилась, что звезду ТикТок не волнует получение музыкального образования. Стандарты меняются, и мы не виноваты в том, что мы растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни, как было 20, 30, 40 лет назад, уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени? Ответила Валя Карнавал на обвинение уже в личном блоге. Напомним, что 65-летняя Лариса Долина была в ярости, когда юная артистка не смогла попасть в ноты. Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ноты — это круто, и все надо правильно петь. Но если человек хочет что-то исполнять, то пусть это делает, заявила тогда блогер. Многие поддержали Валю, заявив, что певица действительно была слишком резка в своих оценках. Среди недовольных поведением звезды эстрады оказалась и Рита Дакота. Долина — икона величина, это бесспорно. Но в этой передаче она явно нападала первая. Это было очень жестко, даже если местами и по делу. Все равно перебор, по-моему. Терпимее надо быть, гуманнее, что ли, говорила исполнительница хита «Полчеловека». Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!